15 августа в музее Алабина состоится одно из самых ярких культурных событий Самары в этом году. Здесь откроют персональную выставку «Ожившие полотна» заслуженного художника России Никаса Сафронова. Работы живописца будут представлены как в классическом исполнении на холстах, так и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий. Бесшовная проекция позволяет создать изменения иллюзии пространства не только в виде цифрового декора, но и также быть самостоятельным рассказчиком. Есть также работы современные, очень интересные по написанию. Два стиля – Dream Vision авторский стиль и живопись. Все это можно будет увидеть. По словам директора музея Алабина, из-за действующих ограничений на выставке одновременно смогут находиться группы до 10 человек. Скажем так, когда очень много людей в зале, это тоже мешает просмотру, учитывая, что картины при просмотре, в общем-то, нуждаются в погружении, человек должен спокойно посмотреть. Я думаю, что вот это вот регулирование не помешает посетителям. Выставка картин выдающегося российского художника продлится до 15 октября. Посетители смогут увидеть более 60 уникальных работ современного автора. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События.